Привет и добро пожаловать в моей следующей части 2E игры Final Fantasy 5. И сегодня, извините, что я не умелся играть для очень длинного срока. Потому что я был занят очень много. В моем следующем видео мой неумелец остановит расшатывание кристалла. К счастью, мы получили много черепок и кристалла. Поэтому было много работы душ работников. Вы можете смотреть, что я очень много изменил мою работу. Борис сейчас Мистик Найт, магикальный рыцарь. Лена изменила Монком, потому что я хочу, что ей тоже пользоваться своими ручками в борьбе. И Голуф изменил белый маг, но это белый маг может бросать магию волшебству. И Ферес изменил тайм-магом, что сможет использовать магию отношения к времени. Потому что она была успешна, должен вернуть выполняем мою здоровую магию. И говорит с королом. Король, конечно, не думал, что свой кристалл будет расшатывается, потому что это атакировал Валсия Глуре. Отдыхает в своей комнате. Король сказал к нам, что: «О, хорошо, вы был правильно. Карл Уоррес, вы здоровы, вы хороши?» Карл сказал и спросил, что извините, пожалуйста, пойдите на Карнак, в Карнак. В этом месте они тоже использовают машин, аппарат, что укрепляет, который
укрепляет сил кристалла. Король добывал, что оказался, что один метеор подал около Карнака. Нет времени. Кашан. Очень хорошо, мой должен идти в Карнак. Карнак не очень далеко. На самом деле я не запомнил. Если далеко или очень близко от нас, но это не хорошо, потому что эти горы блокируют мой путь. Это святыня Петра. Но у нас нет дел в это место. Но это место северное. Что случилось? Я не знаю. Я не думаю, что это Уоррес. Не знаю. Конечно, это мое. О, это очень странный. Я просто исследоваю, но я надеюсь, что мы можем выходить на тайку. Охранник сказал, что премьер-министр ждает нас. Это Рудина Лены. А, принцесса Лена. Вы вернулась, принцесса Лена. Премьер-министр, принцесса Лена. Лена сказала, что извините, что я переживала тебе. Премьер-министр сказал, что извините, возрождаты. И вернуть в ЗМАК. И не очень много солдат, что пережат из борьбы с монстрами. Без принцессы это
нельзя изменить в прошлом ситуации. Я не знаю. Лена сказала, что оно я должен идти. Премьер-министр спросил, что будет в случае, что будет сличать с королевством. И Лена ответила, что это не просто тайкун. Что-то будет происходить со целым делом. Миром. И папа уже живет. Я понимаю. Мы будем защитить королевство со со своим жизнью, своей жизнью, своих жизнью. Я безусловно будет вернуться со папа, пока я whatever. Очень хорошо. Почему в замке не остаться? Что думаешь, Лена, товарищ? Феррис? А? О, вы, Лена. Что? Что с тебе? Лена сказал... Сказала сестра. Вы сестра, нет? Феррис ответил, спросила, и что вы сказала, говорила? Я тебе, вы должен думать перед говорить, Лена. Но однако, Феррис спросил, что я лидер пирата, неважный, на самом деле принцесс, это не очень смешно. Я думаю, что это комната Лены. Лена говорила, однако ваш пендант, ваш украшение, ювелир украшения. Борис, Борис, а? О, как сюрприз. О. Что вы делаешь? Феррис говорила, ага, вы очень странный. Консе Санха. Оно у меня нет. У меня нет
что-то. It was a little while. Было время назад премьер-министр сказал, что у его есть что-то дать каприцису Лену. И еще он шел улице. Король Хайру был не смертен. Это хорошо. Я хочу будить встречу с король за премьер-министра. Когда и вы, премьер-министр? Возможно, в это место... Я не знаю. К сожалению, я не знаю. Когда и находится премьер-министр. Но я думаю, что это важно. Что говоришь? Дженика сказала, что я делю очень многого года работала в этом знаке. И я в прошлом. Take care of, I don't take care of. Я растила оба принцесс Ленин и принцесс Сариса. Сариса? Большая сестра Лены. Когда Сариса уже молодая ребенка, один корабль, что в том Сариса и король были, был в туфане, в шторме. A cabin. Ether. Очень хорошо. Но я должен найти премьер-министр тайкуна. Я не думаю, если премьер-министр был выбран, или это просто брат из корова. О, это что? Что это? О! Это премьер-министр. Катана. Это леч нинджа. Принцесс Лена, это Кейн. Я не знаю, Кейн, что-то использовать для помочь с пешком для пожилого человека. Но я не знаю, что называется по-русски. Но это был передан для многого поколения в тайкуне. Это, конечно, будет помочь. Гиаманс Белл.
Diamond Bell. Что? Diamond. А, это... Это просто один оружие. Оружие и... или снаряжение для нас. Я могу использовать катана? Нет. Катана для... Я знаю, для... Нинджа, но... у нас нет нинджа. Это хорошо, я думаю, что это достаточно для одного видео. Я не думаю, что это очень успешный успех. Уже я не знаю. Гадай должен... одна минутка. Возможно, что мы можем путешествовать с метеорами? Я не знаю. Оно... Я буду делать попитку. Если это не работает, конечно, я буду должен... Я должен... найти... интернета. Потому что я не могу достичь Уоррес. Со Хайру. О! А, это... Борис! Это... путешествовал ворпом? С его... сам с него... Я не знаю. Но я не думаю, что это очень безопасный метод путешествия. Голуфа сказала, что это место, я запомнил это. И солдат в башне признал меня тоже. Я кто? Извините, что я не думал, конечно. Как путешествовал на Уоррес. Это хорошо, я думаю, что это достаточно для одного видео. И я надеюсь, что тебе понравилось. Это, конечно. Пока, до свидания, всего доброго.